Ваша позиция по дню, который мы сегодня отмечаем, так или иначе, 10 апреля, это праздник, это памятный день. Как вы к этому относитесь? Ну, спасибо, во-первых, за то, что меня подключили. Во-вторых, конечно, я поздравляю вас с памятной датой всех. Победа над нацизмом – это, ну, достижение всего мира. В общем-то, очень важно. Единственное, что я хотел бы сказать, что отмечая этот праздник, ну, глупо и как-то безответственно забывать о том, что у нас другая война, и гибнут люди, продолжают гибнуть люди, и погибло очень много современных, нынешних украинцев. Поэтому для меня отношение такое. Победили Гитлера, победим и Путина. Вот. Вот так вот. Я бы сказал так. Поэтому, и, конечно, этот праздник, когда используется для каких-то раскачки, каких-то настроений сепаратистских, это, ну, недопустимо. Люди должны, конечно, полностью иметь все возможности. Ну, что, к слову, касается провокаций, в этом году все спокойно. С чем это связываете? Я, если хотите, мое личное мнение узнать, я связываю с тем, что у нашего мэра столько проблем заслуженных, что ему какие-то вспышки сепаратизма абсолютно не нужны. И поскольку полиция с ним очень хорошо находит общий язык, и, скорее всего, Морис Ибрагим, который переживал за него голосовать, тоже находит хорошо общий язык с Тухановым, я думаю, то... Как-то, наверное, это будет разрулено. Но, насколько я помню, акция начинается, да, в 5 у них. 17:00, через 10 минут. Да, поэтому мы увидим. Вот мой прогноз, что будет относительно спокойно, но посмотрим. Да, услышали вас. Спасибо большое. Михаил Голубев.